Различные формы профилактической работы с несовершеннолетними используют сотрудники госавтоинспекции. Самые распространенные являются беседы и занятия, но иногда бывает и наоборот. Ребята приходят в гости в ГИБДД, чтобы увидеть службу изнутри. Некоторые из ребят после мероприятия признались, что хотели бы связать свою жизнь со службой в полиции и пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения.